Хорошо слышно, видно. Мы начинаем. Секундочку выключил, и мы начинаем. Секундочку. Представлюсь, меня зовут Владимир Бокарев, я являюсь на сегодняшний день индивидуальным предпринимателем. Видите мой скайп, видите мой номер телефона. Если будут какие-то вопросы, то после вебинара, конечно же, звоните. Буду рад подсказать вам и ответить на ваши вопросы. Ну и мы начинаем. Как известно, да, количество интернет-пользователей в мире, вы сами прекрасно видите, что постоянно растет. На этой диаграмме видно, да, с 2008 года в 2014 год, какими семимильными шагами интернет-индустрия шагает вперед. Поэтому с каждым днем становится больше и больше. Люди покупают компьютеры, люди подключаются к интернету. И, естественно, все больше и больше спросом пользуется интернет. Вы сами прекрасно знаете, да, по любому вопросу можно зайти в любой сайт при помощи компьютера и узнать ту информацию, которую вы ищете. Намного быстрее, чем через газеты, через журналы. Все это возможно с помощью интернета. На самом деле, сегодняшний век – это информационный век. Если прошлый век был достаточно тяжелых и машин, и технологий, то это день информационный. Да, в Беларуси количество абонентов в сети интернет на начало 2016 года составляло больше 4 миллионов человек. Это практически почти половину населения Республики Беларусь. Через интернет что можно у нас оплачивать? Оплачивать можно разнообразные и услуги, и товары. Вы знаете, есть интернет-магазины разнообразные. Можно оплачивать много услуг, да, начиная от сотовой связи и заканчивая коммунальными услугами. Все это возможно с помощью интернета. Да? В интернет можно играть, опять же, в игры онлайн, можно скачивать разнообразные фильмы, просматривать много-много-много информации через интернет. Можно общаться через Skype, через Viber, через WhatsApp и через другие системы, да, которые позволяют нам общаться. Через интернет можно зарабатывать. Если давайте напишите, пожалуйста, кто сегодня присутствует на такой встрече первый раз. Поставьте единички, пожалуйста. Через интернет, опять же, можно зарабатывать. Около 8 миллионов предпринимателей в Китае, треть из которых женщин, пользуются электронной торговлей, реализуя свою продукцию по всей стране. В 120 зарубежных странах. Вы, наверное, слышали такой тот же самый интернет-ресурс AliExpress. Много кто имеет там товар народного потребления, будем так говорить. Вот. Поэтому объемы продаж интернет-магазинов в мире, если считать, переводить это в долларовый эквивалент, 2012 года по 2017 посчитано, да, что объем продаж составляет практически больше, чем в два раза будет составлять. Поэтому сами понимаете, что за интернетом будем говорить будущее. Да? Но и, если посмотреть по квадрату денежного потока, то людей можно разграничить на 4 категории. Да? Это рабочие, это малый бизнес, это большой бизнес и инвестирование. Посмотрите, в каком квадрате вы на сегодняшний день находитесь. Я думаю, если мы коснемся левой половины, да, это рабочий и малый бизнес, то рабочие в чем преимущество? Да? Наверное, одно из преимуществ это только отпуск, да, который дается 21 и немного больше у кого-то, да, если это идет отдел образования. Какие минусы? Это время, это ходьба на работу, это 8 часов в день работы, это аванс. Ну, зарплата оставляет желать лучшего. Опять же, зависимость, да, если касаться зависимости, то, естественно, когда работаешь на госструктуру или же на больших людей, на большой бизнес, то, естественно, зависимость есть.
В самом прямом смысле, что работу раз, два, три и могут уволить. И на твое место быстро найдут другого. Опять же, нет выбора. На сегодняшний день рынки работы. Работы практически в госаппаратах. Но практически, будем говорить, нет. И поэтому люди, предприниматели, то же самое сейчас. На сегодняшний день обычный традиционный бизнес, те люди, кто занимался бизнесом 5-10 лет, или же они сокращают свои доходы, или же приходится полностью закрывать на сегодняшний день производство. Да? Перейдем к нижнему квадрату с левой стороны. Да, это малый бизнес. Это да, деньги есть на самом деле, есть независимость. Но опять же, минусы какие? Это время, это риски, риски вложения денег. На сегодняшний день это, наверное, как никогда актуально, потому что не знаешь, сколько денег нужно вложить в товар, да, и чтобы потом этот товар у народа, будем говорить, ниже среднего, сегодня у ниже средней категории. Практически, будем говорить, финансы позволяют только на питание, на коммунальные услуги, ну и, естественно, на косметические продукты, да, чтобы как-то выглядеть достойно на сегодняшний день. И опять же, работа, опять же, напряжение, это работа не 8 часов, это гораздо больше, это работа и по 20. Если мы перейдем к правому квадрату, да, это большой бизнес, в котором мы на сегодняшний день стремимся идти и в который приходим, да, это большой бизнес, это деньги, это выбор, это опять же независимость, да, здесь более уже побольше деньги, естественно, но опять же время как таковое ограничено, да, но есть и решения, которые можно принимать, можно поставить, руководить проектами людей и куда-то уже съездить, отдохнуть, будем так говорить. Да? И четвертый квадрат внизу в правой стороне, вы видите, это инвестирование. Да? Это время достаточно, денег достаточно, и опять же выбор, независимость, будем говорить, в зеленой зоне, видите. Дальше продолжим. Что мы предлагаем на сегодняшний день? Это бизнес полностью практически помещается в ноутбуке. Что это означает? Это означает то, что независимо где вы находитесь, в какой бы вы точке мира ни находились, с собой ноутбук, нетбук и, естественно, интернет, связь с миром. Все, в принципе, все делается через интернет. Работа наша ведется полностью через интернет. Это и скайп-собеседование, и вебинары проведения, и, опять же, обучающие программы, и на официальный сайт, опять же, все заходим через интернет. Плюс, что наш проект предлагает, это доход от начальников. Никто вам не ставит каких-то планов, каких-то дополнительных услуг предлагаем. Все в новинках, об акциях, естественно, тоже и компании, и мы вам рассказываем. Да? И опять же, почему? Потому что это ваш бизнес. И каким он будет, зависит только в первую очередь от финансовых рисков, потому что нет вложений. Здесь не надо ни вкладывать ни в товар, ни в людей. Здесь именно нужно самому быть, ну, будем говорить, обучаться. Обучение в первую очередь нужно. Опять же, предлагает происшествие. Планирую признание, награждение. Проект занимается благотворительностью, компания занимается благотворительностью. Это все. И помощь, опять же, близким людям. Показывая на личном примере свой личный доход, да, когда друзья, близкие, знакомые смотрят, они тоже присоединяются, видя финансовую независимость и возможность по карьерной лестнице. И очень большой плюс, немаловажный, на сегодняшний день это составляет как возможность передачи бизнеса по наследству. Если у вас есть дети и есть у вас кому передать бизнес по сравнению с традиционным бизнесом, когда вы не можете передать, допустим, там, или магазин, там, или же другое какое-то производство у вас, то в компании Oriflame возможна передача вашего бизнеса по наследству.
Опять же, это плюс свобода, семья, хобби. Вы всегда на сегодняшний день в нашем проекте, чем классна система, да, то, что мы работаем практически дома. Мы всегда находимся с семьей. В любой момент можем запланировать отдых на природу, посещение кинотеатров, театров, да, независимо от госработы. Наш партнер, конечно же, это компания Oriflame, да, и, естественно, мы не предлагаем бегать с каталогами, слышали, наверное, такое выражение. Мы предлагаем именно работу в интернете, сотрудничество вместе с компанией Oriflame. Это шведская косметическая компания. На сегодняшний день на рынке почти 50 лет, больше чем в 60 странах мира. Годовой оборот евро на сегодняшний день. Да? И ассортимент компании, вы прекрасно видите, да, на слайде, это порядка больше 5500 наименований в каталог. Каталог составляет 3 недели. Расположены в таких странах, как Польша, Россия, Швеция, Индия и Китай, конечно. Почему заводы расположены в таких странах? Значит, геополитически выбраны эти страны, Индию, Россию, Китай и Польшу, конечно же. Они сконцентрированы именно на этих участках, потому что этих заводов лучше всего доставлять продукцию до потребителей, чтобы как можно меньше было финансовых затрат на доставочку именно товаров для наших потребителей. Oriflame представлен на бирже, кто еще не знает из вас, на бирже Лондона, и 100 год свои акции. Есть акционеры, и эти акции можно купить. На сегодняшний день они котируются, они достаточно дорогие, и с каждым годом акции, естественно, растут в цене. Поэтому, если у вас есть лишние финансы, можете посмотреть на этих биржах, и если есть возможность, купить. Также компания Oriflame является соучредителем детского фонда. И на этом слайде вы увидите, да, что выбор года 2015 Oriflame косметический на сегодняшний день это прямых продаж, да, в Беларуси. На этом слайде вы видите Екатерину Мамедову, генеральный директор Oriflame, да, и вот с такой вот наградой в прошлом году чествовали, вручали награду. Выбор года зарекомендовала себя с наилучшей стороны, вы видите, да, и это и награды FIFI, вот, в журналах Allure, FIFI, ну, вот, опять же, да, Demimur, водичка туалетная есть. Опять, высокобалловые продукты, как Novage серия, на сегодняшний день является одним из брендов, таких вот, именно флагманов компании Oriflame, с помощью которой, ну, можно построить бизнес, компания, да, ну и красота снутри, вместе с линейкой Wellness, да, великолепные формы, отличное самочувствие. Это непосредственно Wellness пэки, это коктейли, это мультивитамины, детские витамины и, естественно, омега-3. А также для волос, укрепление для волос, поэтому красота изнутри тоже немаловажный. На сегодняшний момент. И плюс, опять же, посмотрите, на этом слайде очень много представлено сертификатов. Один из них, вы видите, да, это в левом верху. Вот этот значок. Вот этот вот значок, GMP называется, да, на сегодняшний день это и один из самых, будем говорить, значимых стандартов высокого качества. Этим сертификатом, стандартом похвастаться и, опять же, показать его, не, ну, будем говорить, считанные единицы именно компаний, технических компаний, MLM компаний, среди которых находится наша компания.
Поэтому присмотритесь и выбирайте эти продукты. Да, премия «Здоровое питание». Совсем недавно получили тоже премию косметика, Oriflame Cosmetics, лауреат ежегодной номинации премии «Здоровое питание». Вот такая вот непосредственная премия тоже была. И это, опять же, поездки, разнообразные мероприятия. Ну и вот больше 250 партнеров, которые пришли простыми консультантами, независимо от возраста и от профессии, являются на сегодняшний день долларовыми миллионерами. Успех обязательно посмотрите и выберите ту планку, которая, на которую вы хотели бы идти, и на которую бы, ну, я считаю, что не стоит останавливаться, да? Ну и подойдем к такому вопросу, что на сегодняшний день, что бы вы хотели? Вы сами прекрасно понимаете, что учение, в первую очередь, нужно обучаться, конечно же. Чему-то новому, первый раз, впервые в компании Oriflame нужно обучение, потому что просто так ничего не дается. Чередом. Естественно, это нужно пользоваться косметикой, нужно поменять обычный магазин с обычного универсама, где вы брали до компании Oriflame косметику, да, те же самые шампуни, гели, зубные пасты, краска для волос. Покупаем в своем личном магазине, плюс, конечно же, приглашаем друзей как ваш интернет-магазин, так и бизнес вместе с вами в компании. Как это работает? Как я вам уже сказал, да, раньше брали здесь, раньше брали непонятно где, на рынке или же в обычном магазине, неизвестно какого качества, какого срока годности. Теперь берем здесь, берем в своем личном магазине, покупаем дешевле на 20%. Плюс гарантия качества, широкий ассортимент, больше 1500 наименований в каталог, 3 недели, плюс скидки, акции, подарки, накопительные системы скидок. И, естественно, вы получаете доход. Если вы строите бизнес вместе с компанией Reply, доход автоматически растет. Ну и опять же, обеспеченное будущее. В первую очередь, сразу после регистрации, кто уже зарегистрировался, да, совсем недавно, вы прекрасно понимаете, что вы покупаете всю продукцию компании Oriflame со скидкой 20%. Причем 20% идет на весь ассортимент компании, да. Плюс вы участвуете в стартовой программе. Стартовая программа для новичков. Называется «Добро пожаловать». Это 4 первых шага, да? 4 каталога. Определенные условия вы выполняете и проходите первый шаг, второй шаг, третий и четвертый. И ваша выгода будет составлять примерно почти 500 условных единиц. Если быть более точным, то выгода составляет 485 условных единиц. Как вам такая выгода? Я считаю, на сегодняшний день такая еще из компании вам подарит такие подарки. Поэтому стоит, конечно же, проходить, если вы являетесь новичком, пройти стартовую программу и плюс дополнительные, конечно же, скидки за большие заказы. Если вы любите заказывать будете получать соответствующее. Так, дальше пройдем. Суть любого бизнеса, сами понимаете, если у вас есть такое желание, то можно показать и пригласить к себе домой, показать или к соседям сходить, к близким знакомым, к своим родственникам, друзьям, вместе с каталогом полистать и, естественно, порекомендовать какие-то продукты, да, чтобы они у вас заказали. Или же пригласить к себе домой, чтобы с помощью с интернета полистать электронный каталог. И уже, опять же, у вас дома за чашечкой чая или кофе заказать
Плюсы. Деньги быстро. Плюс вам со скидкой легко, престижно. Компания номер один в Республике Беларусь. Бренд номер один. Есть чем. Минусы, конечно, доход небольшой. Не работаешь, не показали, не пригласили к себе знакомых домой, то, естественно, и денег не получили. Поэтому, ну вот, наверное, такие вот минусы. По сравнению с консультантами компании Reflame, вы видите, на вот этом слайде очень классно показано, что если взять Беларусь и действующих консультантов компании Reflame, то на сегодняшний день это составляет в процентном соотношении 1%. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 1% действующих консультантов, активных. Тот, кто говорит, что он уже был в Reflame, или он в Reflame и не заказывает, ну, будем говорить, полгода, год, два, три, ну, какой он тогда потребитель или же консультант. Конечно же, среднестатистические данные вам показаны, да, что на одного директора на сегодня будем говорить, получается, что больше 25 тысяч человек, которые могут именно продукции компании Reflame. Поэтому есть над чем работать, есть где брать людей, есть с кем работать. Недавно вышло приложение, компания нас балует, компания разнообразными инструментами помогать вести этот этичный бизнес. Это приложение быстрых заказов, которое можно скачать в любой гаджет. Можно с планшетом, к примеру, идти к друзьям в гости и сразу делать заказы. Очень удобно с этим инструментом быть считанные минуты. Первое, это выбери клиента, для которого размещаешь через заказ из списка контактов своего телефона. Введи код продукта и укажи количество. Нажмите кнопку «Отправить» и подтверди перемещение продукта в свою онлайн-корзину. Нажмите у себя на гаджете и, возможно, вы себе скачаете тоже. Да? Ну и, естественно, мы перешли к самой главной цели. Это, естественно, создание бизнеса с компанией Reflame онлайн, да, и получать до 22% прибыли. Можете зарабатывать больше, приглашая других людей присоединяться к вашей команде. Вот это вот самое главное. Это делает бизнес-модель Reflame по-настоящему уникальной. Многие компании смотрят на Reflame, да, и пытаются повторить, подражать компании. Посмотрите, сколько лет компания, и компания ведет себя этично. И всегда выплачивает денежные вознаграждения, всегда вовремя, без всяких задержек и не утаивая без всяких скрытых каких-то моментов. Все открыто, все доступно. Что для этого нужно делать? Это в первую очередь, конечно же, создание товарооборота в интернет-магазине. Да? И посмотрите, если мы возьмем одного человека, в среднем одна семья тратит на косметику, ну, вполне реальные цены. Вполне реальные, вот здесь вот показаны примеры, да, что 250-300 тысяч белорусских рублей уходит на одну семью на косметику. На одну семью, это состоящую из двух, из трех человек. Согласитесь со мной, да, если мы идем в магазин за продуктами, то 250-300 тысяч, это на сегодняшний день, будем говорить, на каталог, да, 250-300 тысяч, не за раз. И посмотрите, если мы приглашаем 5 человек, включая вас, то это получается товарооборот, если взять 6 умножить на 250 тысяч белорусских рублей, то это получается 1,5 миллиона белорусских рублей у вас создается с помощью интернет-магазина ваш товарооборот, включая вас, конечно же. Да? Как это работает? Что-то мы... Создание товарооборота в интернет-магазине. Это мы показали на одном примере, да, когда у вас знакомые, 5 человек мы нашли. Если мы нашли таких же амбициозных 5 человек, то ищем, помогаем
искать им тоже 5 человек достаточно амбициозных, которые тоже любят пользоваться классной косметикой и, опять же, приобретать со скидкой и плюс, естественно, участвовать в акциях. Да? И кто хочет заработать, естественно, и финансы, и финансовую независимость. Да? В среднем одна семья тратит на косметику. Опять же, берем показатель 250 тысяч белорусских рублей. И если мы умножаем на 6, то это, я уже эту цифру озвучивал, это 1,5 миллиона. Но посмотрите, как все меняется, если эти 5 человек находят еще 5 человек. То получается в сумме в команде у вас уже 31 человек вместе с вами. И этот товарооборот вашей команды уже почти 8 миллионов. Вот. Те 5 человек соответствующие ищут, опять же, 5 человек дополнительно. Да? В среднем одна семья 156 человек умножаем на 300 тысяч. Да? И это получается порядка 46 миллионов, 47, наверное, больше. Если таких людей найдете, то ваш доход на сегодняшний день уже будет составлять больше 10 миллионов белорусских рублей. Это 22% от товарооборота. Вот 47 миллионов белорусских рублей. Вот и представьте, пили же, сидя дома, рассылая странички в соцсетях, рассылаем на доски объявления о работе, что предлагаем работу, пользоваться косметикой для себя и создаем, получаем. В итоге, когда доходим до уровня директора, значит, вы получаете помимо доходов 10 миллионов белорусских рублей, вам компания начисляет на ваш счет премию 1000 условных единиц по курсу белорусов в Беларуси. Да? Плюс, естественно, квалификация на банкет директоров. Но на банкет директоров не только вы едете, да? А у вас есть возможность, компания вам дает право брать с собой еще одного человека. Будь то супруг или супруг, вместе с собой компаньона. Вот. Поэтому зарабатывайте деньги вместе с компанией Reflame, зарабатывайте деньги вместе в онлайн, вместе с нашим проектом, с компанией Reflame. Получаем удовольствие, лестницу успеха вы видели, да, имея стабильный доход в компании Reflame. Путешествуйте по всему миру, посещайте международные конференции, получайте премии до 1 миллиона, до 1 миллиона, чуть не вырезался белорусских рублей, нет, долларов. Дополнительные доходы от продаж и спонсирования – это только премии. Да? План успеха Reflame предлагает неограниченные на сегодняшний день возможности без риска. И сам себе предприниматель, который строит свою команду по сравнению с госработой, когда вы приходите на госработу, есть начальник и есть как таковая команда, да, коллектив, который, ну, будем говорить, вы не выбираете. Здесь, по сравнению с структурой государственной или же другим бизнесом, здесь вы сами себе начальник, сами подбираете для себя команду, то есть как в общении, так и наяву. Поэтому это большого очень стоит. И создание... Если вы стремитесь стать золотым директором, да, то что для этого нужно? Нужно помочь трем людям стать успешными, стать директорами, у которых будет доход от 10 миллионов, 3,5 тысячи долларов, плюс банкет директоров и, естественно, золотая конференция. Получайте признание своих успехов людей, которые достигли такой планки от директора и выше, естественно, ждут банкеты директоров. Поэтому путешествуйте себе по всему миру, посещайте эксклюзивные места. Бесплатно можно посещать за счет компании порядка 3 раз. Это бриллиантовые и, естественно, исполнительные конференции.
Поэтому, ну, вот такой вот доход. И история успеха в нашем проекте, проект «Территория роста», на сегодняшний день предлагает нам возможность стать частью быстро развивающейся индустрии, да, и с возможностью неограниченного дохода и без риска. Посмотрите, сколько на сегодняшний день уже стало людей, достаточно обеспеченных. Это и семейные пары, и золотые директора. Это Анна Козловская, Ольга Хомицкая, да, и директора, и семейные пары, как я вам говорил, да. И на сегодняшний день мы являемся входим в команду топ номер один Витебского региона Елены Ракочи и Дениса Бирюкова. Это семейные пары замечательных людей, которые ведут этичный бизнес вместе с компанией Reflame. Да? Вы можете начать этот простой, прибыльный, приятный, перспективный бизнес прямо сейчас. Человек, пригласивший вас на сегодняшний день, расскажет, что вам нужно сделать для старта, если вы еще не знаете или не определились. Поэтому обращайтесь к тем людям, кто вас пригласил, и они вам расскажут, что нужно делать. Ну и сами понимаете, что неудачник – это не тот, кто не имел шанса, а тот, кто шанс получил и им не воспользовался. И мне очень нравится, как Роберт и Ким Киосаки по этому поводу выражаются, да, богатые люди строят сети, а остальные, естественно, ищут работу. Вот. Поэтому давайте строить своей команде, помогать им осуществлять задуманные цели и задачи, да, и тем самым сегодняшний день обмену и возврату вы прекрасно понимаете, что не подлежит. Поэтому за вами решать, конечно же, вам. В любом случае оно будет верное для вас. Вот. А мы приглашаем вас в онлайн-проект «Территория роста». Посмотрите, сколько людей на этом слайде. Посмотрите, какая большая, огромная команда. Это не всяк сервис. Поэтому, ну, за MLM, за онлайн-бизнесом будущее. Поэтому не оттягивайте на долгое будущее свое решение. Поэтому принимайте, рады вам помочь. Михаил, сидя хорошо, находиться полезным для здоровья. Согласен, Татьяна. Вот. А если вопросы какие-то, спрашивайте, задавайте. Я еще на экране. Если будут вопросы, задавайте в скайпе или же звоните по номеру телефона. Буду рад ответить на все ваши вопросы. Вот. С вами был Владимир Болдырев и онлайн-проект «Территория роста». Всего доброго.